увлажнять. Там сломался этот насос. Я не знаю, интересно вам или нет, но я прям этого момента ждал. И мне интересно, действительно ли у компании Dyson такой хороший сервис, и они заберут у меня его и привезут новый. Чтобы вы понимали, я его купил, наверное, пару месяцев назад, и там я даже еще фильтры не менял, а он уже сломался. Я специально налил воды по отметку Dyson, поставил максимальную влажность и подождал где-то около недели. Там нисколько воды не убавилось, и еще какой-то странный шум. Что это такое? Вода не убавляется уже день третий. Я специально налил по отметке Dyson. Вот по этой вот. Еще он начал вот так вот шуметь. Dyson, в чем проблема?